Не йотунов. Йотунов? Великан. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл и в незнакомых. Еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Драугры!
последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. Тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Наверху! Кто-то ломает стену! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Настоящая вёльва! Никогда не думал, что увижу.
Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Что это там наверху? Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Я сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен.
его сделал. Смотри, тут еще. Его звали Гром. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Сюда. Сын? Слушаюсь. Я уже видел. Что там?
Это не все. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Это Рил Бункера! Не ломай! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь.
кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан.
Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр пикет тумбар бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Еще. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, приведем вас в порядок. Сынок? Тоже броня. А так сложнее попасть. Забыли чего? Материал весьма прочный. С твоим напором денёк не продержится. Обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Ты достойно засранец.
что-нибудь для мальца? Решил чего? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место? Только не сломай мне там ничего. Приемлемо. Приемлемо. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Я дерьмо на
умеет твой папаша рубиться? Ты не мой сорт так лучше? Не уверен. Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянем свои товары? Эй, Брок! Мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Эй, Брок, взгляни-ка. Что вы принесли Броку? Бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Мы снова здесь. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — Сраная Благодарность. Эй, Сраная Благодарность, а ну иди сюда. А хорошо. О, я даже не заметил. Эй, Брок, мы кое-что... Я вижу, вы наткнулись на путников. Точнее, один из них наткнулся на вас. Кто они? Что им нужно? Не знаю. Какой ты любопытный. За работу! Можешь не осторожничать. Теперь иди обратно. Ну что, удачной тебе резни.
аккуратнее, а то ведь костей там не соберете. Кажется, здесь можно пройти. Сюда. Выглядит заманчиво. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Сюда! Сейчас! Я не дам нам погибнуть.
сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын.